пахучим. И мы все бабочки слетевшие с разных концов европейской части России сюда. Поэтому первый способ за вот в этом сборе. Маруся добралась до микрофона. Музыку, музыку, пускай потише сделают. Татьяна Дмитриевна, отдай микрофон. Я вам передаю простые правления, передаю слово вам, затем ваше мнение. Поддерживать, но мы все разные все равно по характеру. Ну, я
я больше домосинка, мне кажется, такая вот. А Оля у нас человек такой энергичный, целеустремленный. Она все в познании, всех поддержать, что-то новое познать. И вот когда эта жизнь начала развиваться, она после окончания института, надо сказать, в Санкт-Петербург, она уехала, мама ее привела. Ну, наверное, она тоже воспоминания расскажет, может быть, да, я очень кратенько так. Вот, и как-то у нас связь немножко тут вроде отошла, но как она отошла? У меня на первом курсе еще родился вот старший сын Сережа. Вот, Оля училась в седьмом классе она училась. Я вот посидела, Сережа у нас подрос немножко, и я, они на двух тоже учились, продолжать первую. Я уехала, оставила Сережу. Ну и что, у нас уже воспитанием занималась Ольга Дмитриевна и Людмила Дмитриевна. Он прятался от меня, будто у Джульбаса. Расписал его дневник. Ну и, в общем-то, вот друг друга такое у нас замещение по жизни идет до сих пор. Ну и надо сказать, что начиная вот с ранних лет, Сережа и так далее, там же она держит под контролем всех нас. Меня, людей, вот это все наши семейства, всех родственников, это все почувствуют, по-моему, да? Вот она такая. Ей надо все. Это было и в школе, но по школьным годам это не скажет. Но я только знаю, что она тоже там была, председателем пионерского отряда и всего-всего. То есть вот так. Ну, затронут этот вопрос, может быть, еще. И также у нас в семье тоже это самое. И продолжается до сих пор. Я бы никогда сама, тем более вот тебе, Константинович, меня не может выехать за границу из-за работы. Вот, и мне удалось съездить. Я бы одна не рискнула. Человек не рискован даже. Ну почему? Благодаря Ольге Дмитриевне. Нам удалось побывать за границей. Как в Европе, так в Египте, в Израиле, в Израиле. Очень впечатление, конечно, до сих пор. И последний год, надо сказать, перед тем, как на Украине произошли вот эти, к сожалению, события, нам в декабре месяце удалось туда съездить, и когда мы только приехали, спустя какое-то небольшое время начался вот этот Майдан. Очень так до сих пор мы все вспоминаем страшно. Так, что еще я хочу сказать? Что она у нас молодец, она вырастила дочку такую. Сколько она ей сил тоже положила, сколько она маме тоже уделяла внимание. А дальше у нее еще и зять Сережа появился. Так что вот вся их такая, сейчас уже многочисленная семья, потому что еще наша вот такая вся семья, я считаю, что мы все в нашей большой семье, в нашем роде. Ой, гинекология, да? Экологические дети, кто не видел. Прошу прощения. Вот. И вот все мы здесь, и со стороны теперь Сережи, очень там много родственников, я знаю. Я не знаю, что же такого знаю, но знаю, что там тоже большой план. Поэтому все очень-очень здорово. Ну что мне хочется сказать? 60 лет это вообще-то дата такая, если взять 30 по 30, не так уж и много. Но за 60 лет это в принципе такая, она помогает, в смысле, дала вот этому человеку, умному, хорошему, реализоваться. То есть многое ей сделано за этот период. Поэтому хотелось ей пожелать в дальнейшем такого же, вот, вот я здесь написала, я того же не вижу. Здоровья, долголетия, благосклонности судьбы до своего столетия. Не терять молодого резко глаз и радуйся своей любовью к жизни, за что мы тебя безмерно любим, ценим, уважаем и благодарим. Я думаю, он... Ну, конечно, кто конкурс
я думаю, ну я как экскурсовод, сейчас буду вести конкурс нашей группы, все приготовилось. Ну, Патерик говорит, хорошо, Вовочка, мы с тобой идем. Ну ладно, ну это все здорово, потому что в конце этого круиза и его увлечения у нас есть наша, мы ее называем, наша каютная девочка, которая стала для нас таким существом родным, которую мы с детства растили. Любим. И, конечно, собираемся мы достаточно часто, уже 30 лет, всегда мы в контакте. Но эти встречи невозможны. 19 мая. Все давно забыли, что были пионерами, хотя была активисткой пионеров. Но она входит в Макеева, одевает галстуки, одевает значки, мы поем пионерские песни. Но кто это может еще сделать? Это невозможно. Новый год отмечаем, ждем, ждет Ольги, нет, с маршрутки, нет, и нет, что такое, звонок, Дед Мороз и Снегурочка. Но кто мог еще в подъезде переодеться с подарками, с мешком, ставить нас на стул, читаем стихи, дают подарки? Это тоже Макеева. Поэтому мы очень счастливы. Я встречу сегодня подруги, она все-таки из деревни со своим котом не могла выехать. Ну вот мы... Присутствуем. Мы еще раз говорим, что это чудо, мы любим на украшение нашей жизни, это так, потому что Макеева всегда весело. Я тебя люблю, целую, еще чтобы много лет были мы с тобой дружили. 30 лет на нас всегда практически заезжает, когда ездят свои круизы, путешествия, что через Москву. Вот. И помню, как когда там, в 70-х, по 70-х, отдыхая на подстанции у дедушки и бабушки, как бы самое такое томительное ожидание, это когда тетки едут с учебы. Тетя Юля, тетя Оля, да, встречал, все, это было интересно, время. Вот. Сегодня она действительно в очередной раз удивилась, когда пригласила всех. Вот. По многим я увиделся впервые. Абсолютно интересно было познакомиться со своим дядей. Помню, как сейчас, когда мне было 17 лет, мои дедушка с бабушкой поздравили меня, сказали, что у тебя родился двоюродный дядя. При этом посмеиваясь, я был удивлен, потрясен. И вот, наконец, увиделись. 30 лет. Да, так что дядя отлично. Так что вот такие вот приятные моменты на протяжении всей жизни тетя нам подносит. Вот. Поэтому прошло всего ничего, да? Ничего. Практически молодые годы, поэтому хочется пожелать от всех нас в первую очередь крепкого здоровья. Вот. Долгих лет жизни, увлекательных путешествий, да? Еще много есть стран, куда можно заглянуть, отметиться, посмотреть. Тем более теперь с такой мощной поддержкой, как Маша, да, то есть главный гид, да. Ну и Сергей, естественно, да. Ну Даша, да что? Теперь мы штамп. Вас то поддерживает. Вот, поэтому, как говорится, всем вам желаю крепкого здоровья, счастья. Всего самого наилучшего от всех нас. Чего у нас? Даша еще, да? Вот Наташа сейчас давай. Это жена моя Наталья. Это Даня, дочь моя, это сын Андрей. С особой прической. Вот его надежный. Простите. Он включен, Серёг. Работает, он включен. Поэтому этого человека нельзя не видеть, но в то же время, когда транзитом через Москву,
Нет, не то, что снег на лбу, а вот там. А у нас кошка, а мы вот с этим, а мы вот тут. У нас переезд, а вот Оля тоже едет. А мы вечно с одной квартиры на другой. И Оля уже 16. Вот. И, в общем-то, без этих сюрпризов уже, да, их очень интересно. Марку свою поддерживайте. Сюрпризируйте нас дальше. Гуляйте. Ну и вставляйте любить как обычно. Боевая группа, которую я очень люблю. Вот, причем я хочу сказать, что это моя тетушка, которой я мог сказать абсолютно любую тайну, которую хранил где угодно. Первый раз поцеловался, сказал. Первый раз закурил, сказал. Выпил, сказал. Я же молчал. Все мои грехи уже. Сдала. Тут даже Гиппократ. В общем, советы рекомендую. Вот, мы тебя очень любим. Вот. Желаем тебе здоровья, счастья. Вот. Говоря вашим метеорологическим языком, осадков местами и временами. Вот. Но в целом ясную погоду. И облачка там, ну, раз, два, да. Но в целом, чтобы у тебя все шло. Так, каждый планет. Очень, мы тебя очень любим. Очень любим. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. А я играю на гармошке у прохожих на виду. Только раз в году прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит нам подарок 500 эскимо. А я играю на гармошке прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. А я играю на гармоне. На виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Песня Стас Михайлов. Да я не пишу, нет. Когда рубиновым вином горят хрустальные бокалы, и за приятельским столом бутылок выпито немало, мы все добры, как никогда. И наша женщина прекрасна и произносится тогда наш неизменный тост гусарский. За наших дам, за наших дам, за наших дам, да-да-да.
навряд ли стоит. За наших дам, за наших дам, за наших дам, да вина и стоя, за остальное, господа, ей Богу пить навряд ли стоит. Дороги беспредельны, без материнских добрых рук, как малыша без колыбели. Пишите письма и скорее, и слов высоких не стесняйтесь. Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. Мы сейчас живем в век технологий, письма уже не пишем, поскольку живем далеко, слава Богу, можем всегда в контакте оставаться с помощью имейла, скайпа. Я нашла способ, я каждый день пишу дневник, заметки какой-то своей жизни. У мамы есть недоступ, так она всегда знает, что у меня происходит, знает мои эмоции, мои чувства. Это была прелюдия к тому, что за родителей лично для меня там. Опа, полтосик. Так, подойдут ко мне молодежь. Вечером. Так, дуем аккуратно. Подождите, подождите. Сдувайте. Чтоб торт не сдули. Подождите. Да, чтоб на меня торт. А потому что вот так хочу 50 лет себе. Я говорю, 3-4 и будем дуть. 3-4. Дуем. Молодцы, молодцы. Фонари давно ты горишь, пойдем в кино, а я хочу в кома, конечно. Восьмиклассница. Что у тебя по географии трояка, мне на это просто наплевать. Знаю лучшую песню, если будет угодно судьбе, я сыграю тебе, конечно тебе. Пусть все будет так, как ты захочешь, пусть твои глаза как прежде горят. Я твой опять сегодня этой ночью, ну а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Опять мы гуляем одни, на нашем кассетнике кончилась пленка, мотай. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. 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 Квартире моей, сними свое, мы будем ходить босиком. Есть сигареты, бутылка вина, и она поможет нам ждать, поможет поверить, что все спят, и мы здесь вдвоем. Видели ла-ла, ла-ла-ла-ла, е-е, е-е. Ощутил, хоть я и не дед, мне сегодня 30 лет. В этот день родили меня на свет, в этот день с иголочки я одет. Можешь ты приходить,
Именинница убежала. И нет музыки. Стоп!